Падение железного занавеса в начале 90-х годов для советского человека означало прежде всего обретение свободы. Пропали многочасовые очереди за продуктами первой необходимости. Стало возможно без особых усилий найти цветной телевизор, красивую одежду, даже поехать за границу. Страну наполнили яркие цвета и идеи. Однако после распада СССР стране было не до дизайна. Многим отечественным предприятиям было отказано в бюджетном финансировании, и обстановка в разрушенном государстве к развитию дизайна не располагала. В этих условиях чувствовал себя комфортно лишь дизайн графический. Отрасль, независимая от производства или его отсутствия. С падением железного занавеса страну захлестнул не только дух свободы, но и зарубежные товары. Многие западные компании пришли на рынок. Отечественные дизайнеры остаются без работы. 90-е стали временем профессиональной самоорганизации. Выставки, конкурсы – это то, что служило стимулом для творческого роста. В 1992 году в Москве прошла первая международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела». Биеннале стала своего рода окном в мир. Каждые два года, наряду с работами отечественных дизайнеров, демонстрировалась лучшая графика из более чем 50 стран. В профессиональном графическом дизайне появились новые имена – Андрей Логвин, Юрий Сурков, Петр Банков, Елена Китаева. Свои первые награды здесь получили итальянец Леонардо Саннолли, американец Стефан Загмайстер и будущий гуру российского графического дизайна Игорь Гурович. Я учился в Строгановке. Дизайнером стал случайно. Я очень хотел быть живописцем, но там был очень большой конкурс, и я испугался и стал дизайнером. Это большое счастье в моей жизни, что я испугался. В 90-х я учился, работал в агитплакате у Бориса Ефимовича Ефимова. Да, ручки помнят. Я же рабочих с молотками, закрытыми глазами, в пьяном и трезвом состоянии могу сделать. Я много работал во Франции, делал спектакли, делал плакаты. И вернулся в Россию, потому что здесь было, а, веселее, б, возможностей рабочих и карьерных было сильно больше, чем во Франции. В 2002 году вместе с Эриком Белоусовым и Анной Наумовой Игорь Гурович основал студию «Остен Групп». Первым проектом, который мы сделали в Остен Группе, была олимпийская форма для сборной России, для Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Поскольку мы не очень верили, что наши варианты примут, мы абсолютно расслабленно сделали очень много очень симпатичных вариантов. Это был один из симпатичных. Рады, что его выбрали. Мы, на самом деле, одни из первых в Москве графических студий, которая ринулась в объектный дизайн и пыталась на этом поле экспериментировать. Деньги зарабатывались легко, и поэтому также легко тратились. Мы, например, могли себе позволить взять и сделать мебельные прототипы, отвезти их в Милан и выставить, и получить медали и призы. Или захотеть делать лимитированные серии игрушек. Открывали производство, делали игрушки, продавали. Мы в какой-то момент, год 4 назад, делали практически все большие кинопремии в России. Делали ММКФ, Кинотавр, Золотой Орел делали. Но наибольшую популярность Игорю Гуровичу принесли плакаты, созданные для культурного центра «Дом». Мы очень старались, когда обрели самостоятельность, когда почувствовали себя в силах, проекты генерить. Ну, то есть не отвечать на вопросы, а вопрос задавать. И один из таких важных проектов, который мы сформулировали и на протяжении 15 лет являемся его участником, это культурный клуб «Дом», для которого мы делаем 2 или 3 плаката в месяц вот на протяжении 15 лет, как зарядка для мозгов, для лапок. Потому что все, что делает дизайнер, это то, что происходит из кончиков пальцев. Эти кончики пальцев надо постоянно тренировать.
Перестройку все было наполнено такими свободно сделанными изданиями. Больше десятка лет издательский дом «Коммерсант» контролируется одним мощным арт-директором Анатолием Гусевым. Благодаря этому можно говорить о цельной графической, дизайнерской, да даже и смысловой системе. Я бы отметил газету «Газета», которая вышла в 2001, кажется, году и была сделана совершенно не по правилам, чтобы показать, что есть много чего, что можно сделать. «Известиями» в качестве арт-директора занимался я. Мы очень большое внимание в газете уделяли иллюстрациям, инфографике, всевозможным совместным проектам. Творческий путь шрифтового дизайнера Тагира Сафаева также начался в 90-е. Благодаря его работе в арсенале российских дизайнеров появились кириллические версии, ставших уже классическими шрифтов «Баскервиль», «Франклин Готик», «Футура». Основная проблема в начале 90-х годов было то, что поступающие к нам компьютеры были оснащены западными шрифтами, и у них не было кириллической версии. Мы в прототипе занимались именно кириллизацией латинских шрифтов. Запросы современного дизайна требуют, чтобы у нас были оригинальные шрифты. Именно этими новыми шрифтами дизайнер может отвоевать некую зону для культуры. Нужно иметь в виду, что история кириллицы огромная. История и традиция – это и есть главное достоинство нашей кириллицы. Если нивелировать это все, убрать, выхолостить вот эти формы, тогда смысла в кириллических шрифтах вообще отсутствует. Мы не будем говорить, что наш алфавит какой-то заборчатый, скучный, монотонный. Наша кириллица стопроцентно адекватна. Это, наконец-то, сформулированные формы наших букв кириллических. Поэтому надо просто их развивать. В 2012 году Тагир Сафаев открыл собственную школу шрифта и типографики. Его опыт, накопленный за долгие годы в профессии, представляет огромный интерес для молодых шрифтовых дизайнеров. За такую короткую вроде историю я сделал довольно много шрифтов, которые и запомнились, и сохранились и там, в текущем в рабочем состоянии. Самый, конечно, известный может быть ITC Официна Санс. Также один из известных шрифтов моих – это шрифт Родченко, который попал в Фантек ITC под названием ITC Стендер, потому как оказалось, что Родченко в Америке занято под другим шрифтом. А также вот чехонинский шрифт «Серп и молот» попал в число призеров конкурса TDC. Тагир Сафаев разработал кириллические шрифты для многих крупных изданий. Например, «Российской газеты», журнала «Forbes», газеты «Известия» и ее русскоязычного приложения «The New York Times». Он также создал шрифт для Политехнического музея в Москве и работал над логотипом «Аэрофлота». «Аэрофлот» еще в советское время сотрудничал с отечественными дизайнерами. В 2003 году был объявлен конкурс на разработку новой формы для авиакомпании, в котором победила российский дизайнер Виктория Андреянова. Я думаю, что помогло мне в этом то, что я все-таки человек из Советского Союза и росла в эпоху дефицита. То есть я привыкла из ничего делать что-то и добиваться максимального результата минимальными средствами. Я понимала, что такое бюджет. Я понимала, что не должно быть хохломы, гжели, то есть привычных каких-то ходов. И в то же время я понимала, что эта форма должна быть очень русская. Виктория предложила современный взгляд на русское гостеприимство. Пассажиров встречала бортпроводница, конечно, блондинка в безупречно сидящем костюме. Радушным ее образ делала традиционная вышивка на блузке. Однако при ближайшем рассмотрении вышивка оказывалась графично изображенными самолетами. Эта форма была очень хорошо воспринята. Она даже была опубликована в британском «Воге», в российский «Вог» ее не обошел вниманием. За первым крупным проектом последовала разработка формы для российских железных дорог и московского метрополитена. Здесь нужно было учесть множество технических требований и факторов среды. Дизайн – это не только чтобы красивенько, это еще чтобы функционально и безопасно. Ну, в отношении к форме это однозначно так. Сегодня бренд Виктория Андреянова высоко ценится в мире моды. Одна из ее последних коллекций «Предчувствие» проникнута духом перемен. В ней ощущается эстетический надлом серебряного века, и вместе с тем слышится шум времени. Но она не о революции, а о тех метаниях, которые дали ей совершиться.
Наследие русского авангарда 20-х годов стало неисчерпаемым источником вдохновения для многих современных дизайнеров. Нина и Донис – самые влюбленные в авангард дизайнеры одежды. У них мотивы фигур Малевича, утилитарные формы образа Татлина приобретают новые смыслы. Возрожденный интерес к авангарду помог представить нашу страну и на Олимпиаде в Сочи. А на Олимпиаду в Рио российская сборная поехала в форме в стиле конструктивизма. А дизайнер Елена Китаева, вдохновляясь творчеством амазонки русского авангарда Варвары Степановой, создала коллекцию концептуального фарфора, серию декоративных тарелок по мотивам рисунков художницы и куклоидов, одетых в знаменитую спортодежду. Проблема сохранения и исследования национального наследия в области дизайна стоит сегодня очень остро. В 2012 году группа энтузиастов, искусствоведов, дизайнеров и кураторов был основан Московский музей дизайна, первый и единственный в России. Проекты музея отличает профессиональный исследовательский подход к формированию выставок и в то же время умение разговаривать с современным зрителем. Важнейшую роль в этом играет дизайн экспозиции. Такую центральную тему деятельности Московского музея дизайна, как советский дизайн, можно показывать совершенно под разным углом. К счастью, эта тема раскрыта далеко не полностью, и мы как раз работаем в этом направлении. Музей проводит выставки на главных площадках страны, принимает участие в неделях дизайна, а в 2016 году представил Россию на первой лондонской биеннале дизайна, где экспозицию музея получила главный приз. На лондонской биеннале дизайна мы показывали забытые архивы советского дизайна. Это же речь идет об институте в НИИТЭ, Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики. И вот пришла идея сделать такую футуристическую комнату в духе романов братьев Стругацких. И получилось так, что наш экспозиционный проект, который представлял Российскую Федерацию, получил главный приз. Степан Лукьянов, автор смелого ребрендинга Московского драматического театра имени Станиславского в электротеатр «Станиславский». Он же художник-постановщик оперного сериала «Сверлийцы» масштабного проекта режиссера Бориса Юхананова. Эта история интересна тем, что в ней как раз проявлена некая гипертрофированная экспозиционность и внешние признаки вот этого мира, сверлийского мира, параллельные некой реальности, они должны были быть очень проявлены и, собственно, продемонстрированы, показаны как на выставке зрителю. Несмотря на то, что 20 век для России был полон исторических потрясений, профессии во многом удалось сохранить свою преемственность. Проектно-художественному мышлению выпускников Строгановки, Мухи и Уралгаха учили еще советские дизайнеры. Благодаря этому профессия, хоть и не без больших потерь, но все же перешла в 21 век. Промышленный дизайнер – это межотраслевой интегратор в области создания новых продуктов. Это очень наглядно видно на примере медицинской техники, когда мы понимаем, что основа успеха не только эстетическая ценность этого продукта, но и функциональная особенность, его себестоимость, его долговечность. Хорошо продуманный дизайн сам по себе может спасти жизнь. И таких примеров у нас много. Это и аппарат искусственной вентиляции легких. Это иммобилизационная шина, за которую мы получили Red Dot. Вот за спиной можно увидеть очень серьезный суперсовременный диагностический комплекс, который анализирует состояние спортсмена, состояние человека с нагрузкой, без нагрузки. И мы, конечно же, очень плотно работали над разработкой, над эргономикой, над всеми аспектами, в том числе над эстетическим, чтобы он эффектно выглядел. Вообще, достаточно большое внимание дизайну уделено в индустрии спорта, потому что, собственно, это очень видовая, это индустрия высоких технологий, индустрия высоких достижений. В частности, вот у меня на руке есть инновационный браслет, который во время полета диагностирует состояние, стрессовое состояние, активности человека и при необходимости сигнализирует ассистенту, который помогает в перелете
спортсменам. Среди проектов компании «Смирнов Дизайн» умные тумбы для прыжков в воду, соединенные с облачными технологиями. Вот эту тумбу мы уже разработали, уже изготовили. У нас, собственно, есть и производственные мощности, которые помогают в работе дизайнерам. В 2014 году промышленный дизайн был включен в программу развития промышленности. Особенное внимание уделяется созданию центров инжиниринга и дизайна на базе государственных вузов. Промышленный дизайнер Владимир Пирожков, создатель факела для зимней олимпиады в Сочи, работает в основном с государственными корпорациями. Пример проекта, который мы делали, это космический корабль нового поколения для Российской Федерации, который полетит приблизительно в 2023 году. Этот корабль называется «Федерация». Мы занимались дизайном интерьера этого корабля совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия». Количество деталей, которые нужно было построить для корабля, 12 тысяч. Собственно говоря, мы построили этот центр для создания таких комплексных проектов. Потому что собрать все вместе, вот эти 12 тысяч деталей, чтобы эта штука встала в единый комплекс, а потом еще полетела, это очень сложно. В центре прототипирования мы можем построить вообще все. Мы можем работать от микрона до размера вертолета и в любом диапазоне материалов. И это то, что нужно сейчас российской промышленности для того, чтобы вырваться вперед и быть на лидирующих позициях в мире. При такой лаборатории мы решили создать также прикладную магистратуру. То есть ребята, которые закончили Бауманку, МИФИ, физтех, технологические, лучшие технологические вузы, они могут здесь получить master's degree. Также у нас есть при этом центре детский сад для малышей от 6 до 12. Это технари-мечтатели. Мы хотим заниматься на опережение, технологиями на опережение. То есть такие вещи, как антигравитация или машина времени. Игрушки марки «Шуша» умышленно минималистичны. Это аллюзия на образный язык авангарда. Они развивают у ребенка абстрактное мышление, предлагая ему простые формы и элементы, из которых он может создавать новые образы и идеи. Объединив усилия, краснодеревщик Денис Милованов и продюсер Алиса Бурмистрова создали концептуальную ремесленную марку «Soho Concept». Идея производить мебель из дуба по традиционным русским технологиям пришла спонтанно. Так сложилось, что с друзьями поехал на русский север отдохнуть, попутешествовать. И попал в заброшенную деревню, увидел вот эти старые русские дома северные, огромные избы со скупыми такими узорами, черные дома такие. Грубая отделка топором. Тут меня сразу в голове щелкнуло, в каком направлении надо двигаться. То есть наложить свое видение именно на русскую северную культуру. Мебель Soho Concept – пример экологического дизайна. Она делается из массива упавших дубов. А то, что остается от производства крупных объектов, идет на создание кухонной утвари и предметов декора. Подняли технологию варки древесины в масле, старорусскую. И все свои предметы варим в масле. Чтобы из древесины вышла влага и заполнилась маслом после этого древесины, называется стабилизированная, не трескается, и принимает цвет от светло-коричневого до угольно-черного. Эти предметы, они достаточно тактильно очень приятные. И тут все основано, все, что мы делаем, это на ощущениях. На прикосновениях к ним, вот, допустим, вроде кусок деревяшки такой, но это такая вот ваза. Никаких украшательств, то есть на ней видны запилы от бензопилы. Лозунг основателей Soho Concept – создание качественного и узнаваемого продукта с выраженной национальной тематикой. В этом году мы ездили на выставку Maison Objet в Париже. Это такая достаточно авторитетная выставка мировая. И что очень приятно, все наши работы были куплены еще до открытия. Совсем молодые дизайнеры, не имея собственного производства, ищут другие пути реализации своих идей. Одни, как модный дизайнер Аня Кулачок, обращаются на заводы. Для старинного народного промысла, голубой росписи фарфора, она сделала коллекцию с современным взглядом на традицию. Другие сотрудничают с мастерами-единомышленниками, например, питерской мастерской «Верстак», и выпускают объекты ограниченными серией. Это вопрос коммуникации. Дизайнер, он как бы потому дизайнер, что у него есть определенный как бы склад характера, набор возможностей. Сейчас даже дизайнеры есть, но теперь и где-то там есть производители, но нет людей, которые бы организовали связь этой и другой стороны. То есть все еще не хватает вот этого сегмента именно менеджмента.
В 2016 году Катерина Копытина основала собственный бренд «Глиф». Предметом, который она создает, чужда декоративность. Это максимально простые конструкции, в основе которых лежит функция и эстетика формы. Катерина подбирает производителей под конкретный проект, сотрудничает как с российскими, так и с зарубежными компаниями. Ну, собственно, вот первый проект именно промышленного дизайна – это светильник LightBean. Это проект просто был моей личной инициативой. Я просто решила, что такой светильник должен существовать. И, в принципе, когда я его задумывала, он у меня был металлическим в голове. Но работать с металлом – это, в общем, дорогое и сложное удовольствие. И первый прототип я решила сделать из дуба. Ну, собственно, я прям помню тот момент, когда я получаю свою первую деревяшку, собираю с проводом, с лампочкой, и такая смотрю, думаю… Вот же он, вот такой вот, он должен быть деревянный. Это, пожалуй, первый серийный проект, ему уже 4 года, и вот он производится. В современном дизайне таких ярко выраженных направлений деятельности, их два среди промышленных дизайнеров. Первый – это условно-мебельные дизайнеры, это предметы интерьера, мебель, светильники. А есть промышленный дизайн, как правило, это потребительские товары, типа электроники, девайсов, устройств. И, как правило, дизайнер выбирает одно из этих направлений. Но я так выбрать и не смогла. И вот один из последних моих проектов – это внешний аккумулятор, называется One. Мы сначала заряжаем его, а потом он заряжает, можно делать одновременно. И чем мне нравится, то что у него штучки перемагничиваются. Я, в принципе, отношусь к своим проектам так, как к домашним животным, наверное. На эту вещь мы потратили 2 года. То есть от брифа, когда вот пришел клиент, и мы с ним начали обсуждать, до момента, когда он оказался на полке, прошло 2 года. То есть теоретически это могло бы быть быстрее, но российский рынок, российские компании еще не отработали все эти процессы. One. Это прям уникальный случай, когда это российская компания, которая решила не просто купить и продать, а произвести. Это прям очень редко. Самобытен ли российский дизайн? Узнаваем ли он за рубежом? Успех проектов, построенных на переосмыслении традиций, показывает, что как только мы обращаемся к собственному культурному наследию, наши проекты становятся интересны всему миру. В 2014 году на неделе дизайна в Милане группа молодых российских дизайнеров представила проект «Изба», один из самых ярких и запоминающихся в зоне Вентура Ламбратте. Красный угол – главное место в избе. В интерпретации дизайнера Максима Максимова стал полкой для самого важного в угловом пространстве комнаты. Ярослав Мисонжиков взял за основу конструкцию трещотки, народного музыкального инструмента, и сделал детскую качалку, которая при использовании издает ритмичные звуки. Аня Дружинина, выступающая под псевдонимом Федор Той, превратила традиционный кокошник в модный аксессуар. Он стал надувной шапочкой от дождя. И еще большей популярностью на неделе дизайна пользовалась борода на завязках от Александра Коныгина. Все предметы, представленные в проекте, были произведены на заказ частными российскими мастерскими. В последнее время среди молодых дизайнеров наблюдается всплеск интереса к старинным ремесленным технологиям и натуральным природным материалам. Работая с кожей, металлом, деревом, они пытаются найти оптимальный баланс между прошлым и будущим, создать идеальный предмет для человека, живущего сегодня. Вдохновляясь, остро чувствуя природу, я сделал свою первую знаковую, заметную работу. Это была коллекция стульев «Тайга», которую я выставил на конкурсе «Промоседия» International Competition, и который проходит в Италии на протяжении последних нескольких десятков лет. Главной идеей моей коллекции «Тайга» являлась демонстрация гармоничного сочетания хаоса и порядка. Организаторы конкурса отдельно выделили мой объект и сказали, что это абсолютно новая, очень яркая, точная и красивая метафора. Хаос и порядок не могут существовать друг без друга. Решением членов жюри было наградить меня почетным призом. В этот момент я понял, что русский человек из Сибири может создавать предметы, которые будут удивлять мир, которые могут завоевывать призовые места на очень серьезных конкурсах. Я понял, что передо мной открыты все двери. Надо участвовать в конкурсах, надо работать и заниматься любимым делом. Создавать новые вещи, исследовать, менять мир. У каждой страны есть своя стилистика, свое видение вообще предметов и дизайна как такового.
Я за то, чтобы дизайн в России развивался, укреплялся и становился такой национальной доктриной, как в Италии, к примеру, или как в Великобритании. Всякие кризисные истории коснулись дизайна, безусловно. И внутри этой нерешительности и непонятности есть шанс, что вырастет что-то новое хорошее. Время хорошее, сложное, но хорошее для дизайна.